Драган вроде тоже определился, где и как. А я вам представлю, дорогие друзья, арбитров сегодняшней встречи решат они. Дает очень напряженный матч, поверьте мне. Итак, стартовый состав Пахтакора. Растабиркаджаев, 7-й, 27-й номера. В атаке на флангах Азиз Турк, Достона Хамдамова. Но здесь есть различные предположения, различные варианты. В общем, вот этих вот людей, которых я назвал. Так, это Али Джонов. О, как начинает Пахтакор. Удар! И на второй минуте Фарук Сафиев. Друзья, забивает гол. Вот это начало. Придумал передачу Хаджакбар Али Джонов. И вот здесь вот два с мяч получает. Придумал передачу. И Сафиев-то. Вот это да. Ну, друзья, на кого здесь собак вешает? Наверное, Астону Рубинов здесь не прав. Это я еще подбираю слова, поэтому использую такие вот, знаете, вспомогательные подкаты или сбоку подкат. Очень неприятный, опасный. И да, тут же желтую карту. Я сегодня сделал определенные изменения. Сегодня в три центральных защитника играет, в отличие от предыдущего. Время, чтобы тебя проявить. И вот так вот они проявляют. Пахтакор в штрафной площади. Тургумбаев готовит удар, но не дал ему здесь черм много еще играть. Так, Али Джонов. Ходжик, здорово! Халматов, удар! Как же так? Не попадает Диор, пусть и с офсайда. А это Астон Урунов. Старается, финтит, пытается достойно обыграть. На ближнюю передачу пошла, падение. Свисток Агиш, 1-0. Окей, давайте еще раз смотреть. Астон Урунов придумал передачу. Здесь идет борьба. Так, ну, отсюда непонятно. А вот отсюда еще раз. Повторик. Опа. А он все видел, по его мнению. Вот, кстати, комнатка ВАР. Еще раз крутят. Нарсов добрые чувства своему экс-клубу. Ну и все. Этот эпизод рассмотрели вовсю. Максим Шацких. Он, по-моему, в отличие от Самвела Бабаяна, еще ни разу не присел на кресло тренерское. Ну, как тут присядешь? Покуда такое творится? Как говорил персонаж Светлакова. А Софиев, друзья, у нас гол забил, желтую получил. Что ему еще? Ассист нужно на свой счет записать. Вот тогда будет хитрик Горди Хо. Итак, 22-я минута. Разбег, удар. И счет становится 1-1. Даже вернее на 23-й минуте. Центральная вывеска тура оправдывает свой статус. По крайней мере, по забитым голам. Половина первого тайма. Мы еще даже не дошли до этой отметочки. Уже 2 гола. Да, и тут такие, знаете, все. Черен, разбег, удар. Ну, в принципе, все, друзья, сделали мы вывод. Вадим Агишев взял такой вектор, что контакт, да? Или какая? Может быть, третья. Потому что Турсунов первым получил желтую. А это Черен, пяточкой, драг. Так, так, так. Опа, и это... Это кто? Это Хамрабек. Ну, это еще одна желтая. Да. Пятая желтая карточка. 39 минут. Ну и все. Вадим Агишев свистит. Поехали. Ташкентцы начинают. И давайте еще раз пробежимся по составам играющих команд. Пахтакор с мячом. С него, наверное, и начнем. О! Так, а вот это интересно. Классный треугольник. Икшибоев. Здорово. Штрафную. Надо бить. Ой, отпустил далеко мяч от себя Урунов. Полностью. И продолжает этим заниматься. Ашима. Классно. Навес. И счет становится. 1-2. Или не становится. А классную передачу придумал, а? Давайте смотреть. Ашима удалось сделать передачу. Офсайда здесь нет. Мяч летит во вратарскую. Нет, в штрафную. Так, подождите. А, это фол, да, наверное? Что толкало он Али Джонова с... Наши коллеги, любители. Так, все у нас тут. Еще одна желтая. Урунова. Так, здорово. Урунов уже в штрафной площади. Удар! Искандера. Все в касании. Передачами Набахова продолжает лезть вперед. И делает это неплохо. Куватов забирает мяч Форта. Как побежал вперед. Очень интересно играет команда Бабаяна. Теперь ответ. Дет. Пахтакор обладает мячом. Удар! Рикошет! И сейчас покрыто зеленью. Навес.
И Драгон Чером взлетел, сыграл головы. Кто у нас есть? Даврон Алимджон. Вот. И Шахрух. В порядке с ними было. Навес. Свисток. Лена играет налево. Здесь Фарук Софии. Перед ним Хашимов. Софию берет влево и зарабатывает угловой. Угловой. Навес на дальнюю вратарской. Юсупов, да? Кулаками. Деров. На ход. Якшибоеву. Якшибоев прокидывает мяч себе. Дальше здорово. Налево напрашивается передача. Но здесь самый под... Попыл. Потом пропыл. Пахтакор в атаке. Удар по воротам. Черов, по-моему, стрелял. Казмединов лезет. А Хамарабеков получает лоу-киком в колено. Софиев готов. Мы тоже. Мяч отправлен в штрафную. Удар! И счет становится 2-1. Ташкентский дракон. Он Драгон Черен, друзья. Король воздуха, что тут сказать. Драгон сам пошел в обыгрыш. Не знаю, стоило ли это или нет, но мяч потерян был. Атака заглохла, подбирает Пахтакор! Удар Азмединова, рикошет и летят! Софиев, Черен, Драгон! Ох, на длиннющих! Махал Софиеву, в затылок заехал, за что получил желтую карточку. Угу. Софиев сам локтем лез. Что? Да, пошел к вару. Сейчас будет смотреть. Замах Даврона Хашимова. Ну, оставьте, как есть. Все. Ну, оставьте. Приравным. О, все. Десятером. Желтую он отменяет у Хашимова. И желтая карточка легким движением руки становится красной. Мяч отправлен в штрафную. Ну, так себе отправлен. Аброр подбирает. Исмаилов вырезает передачу на Голбана. Момент. Навес. Удар. Нет, не случился удар. Голбан говорит, что мяч угодил в руку футболиста Пахтакора. Агишев этого не заметил. Нарсафаров сейчас этот эпизод изучает в комнатке ВАР. Что, пошел ВАР смотреть? О! Друзья, ВАР пошел смотреть. Вадим Агишев. Трем Агишев сам смотрит, изучает. Не принято, мы сейчас его узнаем. Итак, пенальти назначен, дорогие друзья. Еще что? Вот так. Фарук Софиев. Какие вопросы? Был. Просто в других каких-то моментах, ну, за это, может быть, не назначили пенальти. Но вектор выбран. Причем с первой секунды, с первой минуты, с самого начала. Мне так кажется. И вот согласно этому вектору, сегодня Вадим Агишев. Чем завершится эта история? Смотрим. Нет! Тащит Санджар Куватов! Вот это концовочка! И Йован Джокич! Но есть еще время... Агишев никого не щадит. Три забил, хоть и в товарнике. Дальше три пролетело от Олимпика. Два от Невчи. Сегодня, кстати, один гол. Но то с пенальти был. В любом случае, пропустил Пахтакор. Три центральных защитника. Это, наверное, правильно. Такое непростое время. Плюс это все усиленное злобой и таким настроем. Ну и Санджар Куватов своей командой выручил. После чего, дорогие друзья, Вадим Агишев свистит. Пахтакор одерживает победу. 27-й в рамках Суперлиги Узбекистана.